Всем приветики. Так, сегодня какой день? Так, пятый день моих поклонов. И сегодня я решила сделать их на природе, в частности на море. Ну, у меня не получится, потому что мы вышли поздно. В море много людей, негде тут притулиться. А вот я там на лужайке одной сделала несколько поклонов, остальное, скорее всего, доделаю дома. Смотри! А сейчас 9 чем-то часов утра. Море шикарное. Ну, уже много дней стоит 30 градусов и больше жара. Но согрелось. Утро вообще классно так. Ходить надо будет, продолжить ходить каждый день на море, пока погода позволяет. Да. Вчера был какой-то просто волшебный день, какие-то чудеса происходили, что-то все люди приходят, дарят подарки мне, Оришке. Я не понимаю, как такое может происходить. Я не говорю, что я там прям каких-то жду подарков. Мне больше нравится ощущение от дарения. Ощущение приятное, когда я сама дарю. Принимать, конечно, сложней. От людей. Тем более... с ними не в каких-то там отношениях долгих. Просто знакомые люди приходят, дарят подарки. Читаешь, что ли? Потом стали, когда стала делать поклоны, стали спрашивать советов. Там, в основном, по интернету. А почему море, батя? Двое человек точно. А почему на море, батя? Сейчас, Ариш. Не знаю уж, как это все-таки это поклоны так действуют. Мама, или... мама, а просто еще? Просто время пришло. А что? Еще? Мама, еще? Сейчас, ну все. Да. Аришка, Аришка уже не может ждать, хочет купаться, да, Ариш? Давай. Ну все, всем пока. Всем пока.